Сегодня у нас тренировка была посвящена развитию взрывных качеств. Так как существуют разные методики развития взрыва, мы, соответственно, разделили ребят на три группы, каждая из которых прошлась по определенным упражнениям для того, чтобы полноценно и всесторонне ударить по развитию наших взрывных скоростных качеств. И чувствовалось, что работа идет, что ребята готовятся. Соответственно, мы увидели результат на тестах, что да, ребята молодцы, подошли ответственно к этому вопросу. Естественно, это со временем перейдет на лед, и ребята будут себя чувствовать более комфортно, гораздо быстрее. Да, все, парни, лайк, пошли, без свистка. Так, руки!